Медицина серцем. Кабмін затвердив прейскурант праці з трансплантації органів вітчизняними медзакладами. Про це йдеться в постанові уряду. Пересадка серця коштуватиме щонайменше 535 тисяч гривень, нирки – 323 тисячі. Трансплантація печінки обійдеться у щонайменше 855 тисяч. Здійснювати операції будуть 12 медичних закладів. Механізми фінансування наразі узгоджують. Сейчас идет очень плодотворная работа в этом направлении и с Комитетом Верховного Совета, и с Министерством. Трансплантология – это удел богатых стран. Безусловно, это надо развивать, потому что те деньги, которые мы платим людям за границу выезжающим, они могут спасти десятки раз больше жизни здесь. Я вам могу сказать, во сколько обходится, допустим, операция пересадки почки. Это 300-400 тысяч гривен. Это сама операция. С Беларусью мы платим 60-70 тысяч долларов. По печени еще больше, там до 120 тысяч. Операция, выполненная у нас, будет в разы меньше, чем за рубежом.